У нас гости. Под абажуром журналист, редактор Алексей Машкевич. Было клево. Было просто клево. А ты раздолбаем был? Да. Да как любой художник. Ты знаешь художников? Нет. Вот, я могу наорать, но через 10 минут прийти извиниться. То есть вот... Но вот это... Думаю, сейчас я на свой шедевр-то. А там все очень плохо. Да? А там все очень плохо, да. И это у меня, я прямо в депресняк впал и понял, ну вот нет. Нет, все, уходя, уходи. То есть из профессии, от женщины. Только через боль, только с задницей по асфальту. Только через содранные локти. Моя жизнь точно меняется раз в 15 лет. Ну, жду. Как мирный художник, книжный мальчик стал самым дерзким журналистом. Как его вывозили в лес на разборки, как он торговал родиной и зачем ему эта вечная борьба. Смотрите в программе «Свои под абажуром».